про молодий сучасний Нетішин, місто-супутник Хмельницької АЕС в різних куточках України і поза її межами дізнаються з виступів яскравих і талановитих творчих колективів. Впродовж 20 років славу міста над Горинню творять вихованці зразкового вокального ансамблю студії пісні «Вернісаж». За два десятиріччя це вже сотні зірочок, що яскраво спалахують на творчому небосхилі. Ось і попередній, 2016-й, підтвердив високий рівень колективу. Вернісажівці стали переможцями багатьох всеукраїнських, міжнародних, обласних конкурсів. Особливо знаковим в 2016 році стало проведення в Нетішині відкритого фестивалю конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж Енергофест». До участі в конкурсній програмі фестивалю були запрошені солісти, дуети, тріо та вокальні колективи. Вернісаж «Енергофест» грандіозно пройшов в місті енергетиків і переріс із всеукраїнського в міжнародний. Я так думаю по відзивам людей, что этот конкурс запомнился, потому что была очень хорошая организация. Все были в восторге от нашего города, все были в восторге от приема, который мы организовали. Всем очень понравились наши участники, потому что на конкурс на наш нельзя было попасть просто так. Мы предварительно участников отбирали. Они прислали фонограммы, прислали видео, и мы смотрели участники, которые нам подходят, мы их выбирали. Это было для того, чтобы конкурс сразу же стал профессиональным. Сделали поэтому такой отборочный тур. Місто-супутник ХЕС довів, що він може і вміє організовувати подібні фестивалі. А організатори «Енергофесту» показали, що цій команді під силу такі масштабні проекти. Фестиваль став успішним і на нього чекає продовження. Конкурс будет продолжаться, потому что с такой поддержкой, как в нашем городе, нас поддержал горосполком, нас поддержал мэр, нас поддержала атомная станция НЭК «Энергоатом». И на сегодняшний день, на следующий конкурс, уже у нас закуплены кубки, в работе статуэтки, продукция, печатаются дипломы, ну, имеется в виду заготовки дипломов. И конкурс, конечно, будет продолжаться. На данный момент уже есть заявка коллектива из Латвии. Вокального коллектива. Они хотят к нам приехать и хотят с собой привезти актера из Риги, чтобы он дал участникам мастер-класс по актерскому мастерству. 2017-й для колективу «Вернісажу», його талановитих вихованців і творчих наставників стане ювілейним, 20-м. Він вже розпочався яскраво і із перемог. Причем сразу с такой победы первое место взяла Анастасия Завадская на конкурсе во Львове. Гран-при взяла старшая группа вокального ансамбля «Вернисаж» на рейтинговом конкурсе «Резвяна Зиронька», который проходил в Мукачево. И мы не хотим сбавлять обороты, то есть мы хотим продолжать работать в этом же темпе и планируем провести грандиозный юбилейный концерт, который будет в апреле месяце. Это 20 лет вернисажу. Планируется, что к нам приедет много гостей, будет интересная насыщенная программа, и я думаю, у нас все получится. Вернісажівська школа стала школою життя для багатьох випускників ансамблю. Азії цеглинки, закладені в Нетішинському вернісажі, допомагають його вихованцям сміливо йти по життю, творити, боротись, не здаватись і перемагати. Я очень горжусь своей выпускницей Марией Сморчковой, которая на сегодняшний день уже моя коллега. Она преподаватель, она имеет свою студию в городе Ровно. Кроме этого, она солистка Ровенской филармонии. Она уже имеет высшее образование, закончила магистратуру. Поэтому мне приятно, что мои выпускники становятся моими коллегами. Это, конечно же, Юлия Сидорук, которая продолжает обучение в Институте музыки имени Глиера, но прошла она кастинг параллельно в театр, который при Глиера существует, и она сейчас, можно сказать, прима этого театра. Ну, кроме этого, у нее так богатая вокальная карьера. Я хочу сказать, что каждый ребенок, каждый выпускник вернисажа, они имеют такой кусочек в моем сердце, у них такая своя ячейка, и я всех бережно там храню. Я вижу, как это помогает в жизни, потому что это люди, личности, которые умеют держать публику, которые умеют работать с микрофоном, которые умеют грамотно себя правильно подать. Поэтому информация, которую они получают в нашем коллективе, им очень в жизни помогает. Я это вижу.